10 нарушителей за час на французском бульваре. Водители продолжают ездить по рельсам. Патрульная полиция вместе с журналистами Думской ТВ провели утренний рейд. О его результатах в следующем сюжете. Езда по трамвайным полям, которые находятся над проезжей частью. Потому что там было закрыто, а мне нужно срочно попасть на работу. Ну как закрыто? Не закрыто. Ближе к 10 часам на обочине уже выстраивались очереди из автомобилей нарушителей. Заметив это издалека, другие водители съезжали с рельсов и ехали обратно. В течение часа было составлено более 10 постановлений по административному нарушению. Движение по трамвайным путям, которые отделены от проезжей части. За это каждый водитель понесет ответственность и обязан будет заплатить сумму штрафа 425 гривен. По словам пресс-секретаря патрульной полиции, рейд проводится уже не в первый раз. Это хамство заключается в том, что это создание как аварийной ситуации, так и вплоть до наездов на пешеходов. То есть это проблема для движения пешеходов, для движения отдыхающих, взрослых, детей и пожилых людей. Хотя в 9 утра на французском бульваре пробок еще не было, некоторые водители все равно выезжали на рельсы. Почти все говорят, что проехали по трамвайным путям впервые. Однако и среди них полицейские узнавали бывших нарушителей. Роман Семенов, Никита Островский, Евгений Войтенко, Думская ТВ.